Я нахожусь в Харьковском университете имени Нижнего Новгорода, простите, имени Горького. Знаменитая узница, простите, кузница научных кадров, цитадель вольнодумства. Многие кандидаты в депутаты так и иначе связаны с Харьковским университетом. Здесь разрабатывали свои стратегические и тактические ходы харьковские неформалы. Появилось множество. Вот конструкция, турник. Пройти теперь сюда, немножко Простите, вы не скажете, а вот почему появился этот турникет? С чем это связано? Раньше все-таки его не было, вот во всей этой конструкции. Много блуждающих по университету. Вот. Я понимаю, если это нужно, люди работают, занимаются, это одно. А те, кто забегает просто так, погреться от холода или по какой-то другой причине, это совсем несущественно. Можно без этого обойтись. Потом я знаю, что участились кражи имущества университетского. Да? Да. То есть это ваш вклад в борьбу с организованной преступностью? Конечно. И где-то даже вклад в перестройку. Вот по всей стране перестройка. Человек зайдет и посмотрит, что все-таки перестроилось. Тоже, конечно. Есть турникет, есть вот такая. Везде что-то новое. У нас тоже. Спасибо. Новое. А сейчас я покажу, как проникает в университет неформал.